Ребята, всем доброе утро! Сегодня решила снимать влог. Сейчас я уже собралась и буду проводить прямой эфир по марафону путешествия в Хогвартс от студии. И, соответственно, это потрачу примерно 1,5 часа. Вот я успела, можно так сказать, все, что хотела. И вечером мне еще предстоит поездка в студию с ученицей, провести занятия необходимо. Вот, а сейчас покажу, как я организовала рабочее пространство, как, собственно, я провожу прямые эфиры. И, кстати, сейчас они станут гораздо лучше, приятнее и качественнее. И вот так мое рабочее пространство сейчас выглядит. Конечно, я хочу поменять стол, потому что вот здесь, ну, из-за того, что я часто работаю, немножечко стало некрасиво. Думаю, покрыть цветом, либо полностью поменять столешницу. И, конечно же, я всегда утром ставлю себе воду с лимоном, потому что это нереально вкусно пить целый день воду с лимоном. И тем более, когда, собственно, после завтрака мне очень хочется пить, потому что если я не выпью стакан воды и позавтракаю, то потом я хочу пить. Вот, если я выпиваю стакан воды и потом завтракаю, то все хорошо. То есть такая особенность. В общем-то, здесь я провожу прямые эфиры, у меня, собственно, лампа, камера как-то прикрепилась, можно так сказать. Вообще нужно лучше закреплять, но мне сейчас лень доставать вот эти все приспособления, проще так. И здесь я, собственно, буду показывать работу, прикрепила уже бумагу, это торшон, акварель, кисти. И недавно, можно так сказать, нашла фотографию свою, которую делала в прошлом году. Это нереально, можно так сказать, такие воспоминания теплые про студию, в которой я ранее работала. И я также взяла на благотворительности такую штуку. Это борщевик. И покупая такие изделия, мы помогаем детям. Такая работа у меня сейчас получилась, показывала, как ее рисовать, и теперь нужно, естественно, прибраться. Итак, провела я прямой эфир, на самом деле была немножечко ситуация ЧП, ночью мой компьютер обновлялся, и марафон я начала спустя 5 минут положенного времени. Я не люблю такие ситуации, когда, собственно, и люди ждут, и я понимаю, что от меня здесь мало что зависит, но я понимаю, что нужно раньше включать и проверять компьютер, потому что я еще тот человек, который надеется на свою четкость, потому что я такой человек более четкий, и пока у меня, например, не будет порядка в доме, я не смогу рисовать, пока у меня там не будет порядка в компьютере, я также не смогу что-то в нем делать. И я понимаю, что он у меня работал вчера вечером, все отлично, и вот утром получилась такая ситуация. Вот, так что, собственно, все прошло замечательно. Сейчас я думаю нарисовать еще одну работу, акварелью. Хочу попробовать технику, когда мы смачиваем бумагу не только с верхней части, но и с нижней. А давайте попробуем эту технику вместе. Ну а пока мне нужно, естественно, приготовить еду, потому что никто ее не готовит для меня. Конечно, я могу заказать что-то, но, понимаете, у меня такое ощущение, что когда я заказываю еду, мне важно понимать, как она готовилась. А любая заказная еда, я уверена, что готовилась не в самых лучших условиях. Вот, поэтому мне нужно готовить самой. Вот, ну, бывают, конечно, такие ситуации, когда я понимаю, что вообще ничего не успеваю, но когда есть время, я обязательно приготовлю что-то для себя, потому что это очень-очень важно, забота о себе. Мы всегда забываем про себя и ставим себя в самую там последнюю очередь. Ну, ладно, там, я там подожду, обойдусь и так далее. Но нет, важно то, что мы кушаем, это очень важно. Это наши силы, это наша энергия. Без этого, собственно, не будет силы даже писать. Хочу попробовать технику, где я буду смачивать сторону, которая обратная и лицевая, то есть такая сырая техника. Вот при этом я буду крепить по формату.
И когда я рисую, сейчас смотрю на фоне сериал «Великая», это такой исторический сериал. Мне всегда нравились такие сериалы, и поэтому я сейчас не могу слушать музыку, я смотрю этот сериал. И 14:51, собственно, через час мне нужно уже выходить, при этом мне нужно будет еще пообедать и выйти, можно так сказать, потому что далее я не успею покушать и буду голодная. А возможно, я и не похожа, в общем-то, я не знаю. Относительно этого просто не люблю чувство голода, тем более, когда у меня сейчас такое ограниченное питание, оно постоянное. В общем-то, сейчас попробую быстренько наскетчить, буквально за час. Вот у меня есть время, 50 минут, и буду собираться в студию. Иди. Крылья Павлова от Елизаветы Петровны. Глупая неблагодарная старуха! Она забыла, кто ей помог. Ах, если бы видела Елизавета Петровна своего Петрушку. Ошибаешься, Кать. Он не Петрушка. А кто же он? Император. Петр Федорович. Итак, первый слой получился неплохой. Это бумага акварельная, палаццо, 50% хлопка. То есть я на ней рисовала до этого, и мне не нравился эффект. Сейчас, в принципе, для первого такого этапа здорово, потому что я знаю, как это будет выглядеть позже. Единственное, когда она начала сохнуть, края начали поворачиваться. Вот, поэтому я, скорее всего, поставлю вот это все под пресс. Вот в такое положение, и вечером буду дорисовывать эту работу. Обычно, когда люди приходят в компанию, они стараются, чтобы сделать ее лучше. То есть у них столько энтузиазма, и когда их не ценят, их стремление, собственно, ни во что не ставят, то этот энтузиазм, естественно, пропадает, и уже есть желание уволиться. То есть почему так происходит? Потому что чаще всего сотрудник работает плюс-минус хорошо, бывает действительно хорошо, и он выкладывается, например, на 80%. Естественно, это видят, но не привлекают к этому внимания. То есть остается вот эти там 20%, 80% он классно выкладывается, и 20% остается вот этих вот ошибок и, можно так сказать, мнений клиентов. И в итоге руководство, получается, именно за эти 20% начинает высказываться, да, что ты там очень плохо работаешь, ты там не выполняешь какие-то вещи, тебе нужно это, но при этом 80%, которые он дает компании, не хвалит, то есть нет похвалы в том, что он вкладывает в эту студию. И в этом есть, в общем-то, ошибка многих, потому что вот это стремление, которое есть у людей, нужно не только, можно так сказать, угнетать, но и также, собственно, подбадривать, чтобы было желание работать. Вот, потому что я не раз сталкивалась с этими моментами, когда я понимала, что так, я там работаю, все круто, но в итоге как бы меня там не оценили, и я уходила. И это продолжалось до тех пор, пока я не стала думать относительно того, что я могу быть без работы, я вообще не нуждаюсь в этом, я чисто здесь, например, из-за времени, из-за денег и так далее. Это касается не только компаний и офисов и так далее, это касается и взаимоотношений с людьми. Если вы обращаете внимание только на негативную сторону, да, человек не будет стараться и делать для вас хорошо. Поэтому мы выбираем 80% хорошего и учитываем это, и только 20% где-то можно сказать, что да, нужно там лучше и так далее. Добралась до студии. Сейчас будем рисовать натюрморт. Простой. За 2 часа с ученицей. А это довольно-таки сложный. Пока сложный. Все, домой.
Итак, я уже дома, сейчас 10 часов вечера, и я хочу посмотреть, что у меня там произошло под прессом. Бумага достаточно еще влажная местами, как вы видите, она не высохла. Вот, и пока это выглядит так. Сейчас попробую дорисовать и посмотрим. Ну, лучше, конечно, я завтра утром покажу, потому что цвета все равно не передают те, которые есть. Они более такие нежные, чем на камере. Итак, давайте все-таки посмотрим. Всю ночь это лежало под прессом. Работа. Ну вот знаете, если бумага неудачная, то уже ничего и не сделаешь. Поэтому сейчас я покажу бумагу, которую вообще не стоит покупать. Как бы я с ней хорошо не владела, сейчас я покажу другую бумагу, на которой я нарисовала этот же пейзаж. Вот здесь получается, опять же, не супер бумага, но, по крайней мере, это выглядит гораздо лучше. Телефона нет. Как не нужно у тебя? У меня зарядки стоит. Итак, всем привет, я уже в студии, доброе утро, не хотела снимать в метро, сейчас буду рисовать работу акрилом. Я на винзаводе, давно уже здесь не была, на самом деле еще хочу на выставку, но не факт, что попаду, так как у меня еще занятия в 16:00 и в 19:00, и это на другой части Москвы. Мне кажется, это хорошо подойдет для пастели, но не уверена. Я хотела эту книгу. Короче, это листа. Это дигитал. Да. Да, это книга на русском языке. В художественных магазинах просто невозможно остановиться. Сейчас я потратила целый час, ходила, в общем-то, и купила то, что мне необходимо, так как я себе ограничила покупки в художественных материалах, так как их стало очень много. Они уже занимают большую часть пространства, где мы живем, и я понимаю, что моя такая некая болезнь покупать все, что мне нравится в художественных материалах, перерастает в какую-то действительно такую болезнь, я так называю. Поэтому сейчас я, собственно, купила все, что мне необходимо, и постараюсь немножечко расхламиться, выкинуть все, что мне, собственно, не нужно. И, соответственно, чтобы был порядок, так как важно в рисовании еще также, чтобы материалы было удобно доставать и удобно пользоваться. Вот, собственно, поэтому я и расхламляюсь, но при этом еще и покупаю. Очень странно. Вот так они хорошо растушевываются. Я взяла достаточно темные оттенки. И мне очень понравился вот этот глубокий синий и зеленый. Это максимальные темные, которые присутствовали в передвижнике.
И, возможно, естественно, есть в других магазинах более темные. Буду искать, пробовать, так как хочу все-таки темно-фиолетовый тоже найти, потому что они мне все достаточно светлые, то есть хотя бы на тон ниже. Так, уже я во втором центре, сейчас проведу занятия, будет живопись. Давно, собственно, не проводила с этими праздниками. Ой, не знаю, хватит ли сил сегодня рисовать после занятий. Вот, поэтому сейчас будет еще живопись. Я дописала сегодня картину, уже показала вам, какая она. Все очень, на самом деле, сумбурно. Не люблю показывать дорогу, потому что мне кажется, это неинтересно. Вот, поэтому показываю то, что есть на самом деле. Люблю такие активные дни. Кажется, что я максимально, можно так сказать, погружена в работу. А когда я целый день дома и ничего не делаю, мне кажется, что жизнь идет. Хотя я понимаю, что нужно проживать жизнь такую, какая она есть и какая она представляется. Но все-таки, когда дни активные, я от этого получаю удовольствие. А еще очень люблю такие винтажные штуки, восточные. Это вот из дерева. Вот, затем такая ладья, тоже деревянная. И тут еще вот такая вот маска. Буду завершать это видео рисованием, и, конечно же, мне приятно, что вы досмотрели это видео до конца. Ставим лайки, подписываемся на канал и увидимся очень скоро. Всем пока!